Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Открытие года. Очень красиво, очень вообще люди очень добрые и такие вот доброжелательные. Стартовал Казань-форум. Чем он удивляет гостей, чем удивляют гости и какие обсуждаются глобальные проблемы. Обо всем по порядку. Рамиль Шайдуллин. Они разбираются в моде, политике, материнстве, здравоохранении и не только. Казань-форум объединил тысячи женщин из разных стран. Они такие же, как и мы, может быть, более работоспособнее, чем мы. Да, мужики быстро устают. О роли женщин в обществе расскажет Сирина Васильева. Вундеркинд с детства. Выходец из семьи известного золотопромышленника, талантливый ученый. Думает компьютер, то есть заложенные основы Баширом Рамеевым, они сохранились. Как ученый-изобретатель, Башир Рамеев создал первую ЭВМ и его вкладе в отечественную науку, расскажет Вероника Гайнудинова. Итак, главное событие недели – Международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Город до 19 мая будет жить в эпицентре мероприятий мирового уровня. В Казани сегодня находится почти 20 тысяч делегатов из более чем 80 государств и всей России. Форум этого года юбилейный, проходит в 15-й раз. Напомним, в прошлом году решением президента страны он получил федеральный статус. Впервые форум прошел в 2009 году и стал ведущей международной платформой для обсуждения вопросов взаимодействия России и стран Организации Исламского Сотрудничества. Здесь регионы получают возможность показать свой потенциал зарубежным инвесторам. Компании со всего мира расширяют рынки сбыта своей продукции. О масштабе событий можно судить по цифрам. Если на первый форум приехали 250 делегатов из 18 стран, то в 2023 более 16 тысяч участников из 80 государств. Главное деловое событие – международная конференция группы стратегического видения России «Исламский мир» под председательством Рустама Миниханова. Она пройдет завтра. Основная площадка форума «Казань-экспо» с утра. Здесь насыщенная деловая программа. Только у рейса республики Рустама Миниханова более десятка встреч, а также участие в дискуссиях и приемах. Весь день на площадке «Казань-экспо» работал наш корреспондент Рамиль Шайдуллин. Он расскажет об атмосфере форума, впечатлениях гостей и мнениях, прозвучавших на панельных сессиях. На первый взгляд кажется, что здесь половина города, но стоит осмотреться по сторонам, и речь идет о половине мира. Наконец, этот день настал. Стартовал Казань-форум. Для многих представителей жарких мусульманских стран первая возможность приехать в гостеприимную Россию. Пожелание мира сегодня звучит чаще любых других слов. Так Рустам Миниханов приветствует министра пожертвования и исламских дел Катара Ганема Аль-Ганима. Отношения между Россией и Катаром развиваются очень поступательно. Катар важнейший, надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. Ну и мы тоже со своей стороны, как регион, субъект Российской Федерации, активно способствуем укреплению отношений между нашими странами России и Катаром. С этого же приветствия Раис Республики начинает встречу с деловыми женщинами исламского мира. Традиция форума – отдельный трек, посвящать их деятельности. В зале представительницы международных женских организаций из 17 стран мира. Рустам Миниханов отмечает, роль женщины в истории нашей цивилизации высока. Сегодня женщины имеют возможность участвовать, представлять успешный бизнес, участвовать в государственном управление. Я считаю, что это совершенно нормально. Они такие же, как и мы, может быть, более работоспособнее, чем мы. Да, мужики быстро устают. Казань-форум традиционно отличается своей открытостью. Здесь мусульмане и христиане. Среди делегатов гости как в деловых европейских костюмах, так и в национальных нарядах и головных уборах. Платках, арафатках, колпаках. Наш головной убор предполагает, что по этикету можно не снимать в помещении, поэтому удобно. Над удобством для посетителей серьезно поработали и организаторы. Указатели на четырех языках – русском, английском, татарском и арабском. Для совершения намаза – молельные комнаты.
Я счастлив оказаться в Татарстане на таком масштабном мероприятии. Это невероятный опыт для всех участников. Думаю, на примере Татарстана и остальные страны начнут проводить подобные международные форумы. Конечно же, сегодня началась и серьезная деловая программа. В десятках залах Казань-Экспо, сессии и круглые столы делегаты всего исламского мира сообща обсуждают проблемы, которые этот мир волнует. Например, тема этой сессии – роль ОИС как одного из центров многополярного мира. Организация исламского сотрудничества крупнейшая после ООН, объединяет весь исламский мир. Это более 40 стран. Как в современных условиях сохранять взаимопонимание, обсуждают дипломаты, представители власти, министры России и стран ОИС. Сильный угнетает слабого, когда существует единственный полюс, единственная ось, которая подчиняет себе весь остальной мир силой. Нужно такую реальность, безусловно, силой же и изменить, опираясь на нашу коллективную волю в России, в мусульманском мире. Если же что-то интересного не прозвучало на сессии или остались дополнительные вопросы, об этом подробно гостей спросят наши коллеги-журналисты. Для этого телеканал ТНВ прямо на полях форума создана специальная мобильная телестудия для интервью с самыми интересными спикерами тет-а-тет. Здесь мы снимаем гостей форума, непосредственно участников пленарных заседаний, берем открытые интервью, также знакомим, освещаем деятельность одного из крупнейших медиахолдингов республики. Для комфортной работы журналистов агентство Татмедиа организовало международный медиа-центр. Десятки рабочих мест с ноутбуками и интернетом, безлимитный Wi-Fi, зона питания и отдыха. Каждые полчаса пресс-конференции с выдающимися экспертами и лидерами мнений. Работа всех дней Казань-форума освещается практически круглосуточно. Казань-форум – это традиционно и небольшая выставка достижений нашей промышленности. Пример – вот этот красавец Аурус, собираемый в Елабуге. На такой машине ездит президент нашей страны, поэтому она известна далеко за пределами России, а здесь ее можно взглядеть вблизи и детальнее. На выставке представлены достижения промышленности. Среди стендов площадка Донецкой Народной Республики. Информация как о текущих возможностях региона, металлургии, угольной отрасли, машиностроении, так и о перспективах химии, фармацевтики, сельском хозяйстве и станкостроении. На форум приехал глава Денис Пушилин. Он отмечает, форум создает огромные возможности, в том числе и для ДНР. С Татарстаном взаимодействие выстроено гораздо раньше, чем даже Донецкая Народная Республика стала субъектом Российской Федерации. И до начала специальной военной операции мы чувствовали и поддержку, и помощь, и на предыдущих этапах. Также взаимодействие Сирийская Арабская Республика, здесь эти связи выстроены достаточно давно, и эти связи только будут расширяться. Роль Казань-форума в развитии промышленности отметили и на встрече Рустама Миниханова с президентом торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Прекрасная возможность для того, чтобы продемонстрировать исламскому миру экономические инвестиционные возможности России. Наш форум – это возможность обмена опытом и возможность показать какие-то свои достижения. Ну и самое главное, возможность встретиться с друг другом. Доверие за 5 минут не нарабатывается. Для этого нужно встречаться неоднократно. Международные эксперты обсудили вопросы кибербезопасности, меры для достижения цифрового суверенитета. Форум особенно важен для молодых специалистов. Это возможность для установления дружеских связей, налаживания коммуникации и проверки своих способностей. Хочу отметить, что организация мероприятия на высоком уровне. Спасибо за гостеприимство. Понравилось, очень красиво, очень вообще люди очень добрые и такие вот доброжелательные. Мне понравилось, в общем. Надеюсь, это не последний раз. Благодаря форуму участники могут показать свою национальную идентичность, презентовать свои бизнес-идеи, проекты. Это площадка для укрепления не только дружественных, но и деловых связей. Совпадение или нет, но после приезда стольких участников из стольких жарких стран в Казани тоже стало жарче. Тучи рассеиваются, солнце в зените, и это только начало. Впереди не менее 3 дней, не менее жарких дискуссий, обсуждений и соглашений, важных и для России, и для всего исламского мира по традиции. Эта история пишется на полях Казань-форума. Рамиль Шайдуллин, Филатов, ТНВ, Казань.
Рустам Миниханов встретился с послами иностранных государств в России. На Казань-форум приехали дипломаты 40 стран, обсудили расширение сотрудничества. Как отметили, по итогам минувшего года товарооборот Татарстана со странами исламского мира вырос на 87% и превысил 5,5 миллиардов долларов. По словам дипломатов, они готовы и дальше наращивать взаимодействие, в частности, интересная индустрия – халяль, строительство и недвижимость. Рустам Миниханов отметил, наша республика открыта к сотрудничеству в самых разных сферах. Я хотел бы еще раз поблагодарить за ваш визит, заверить, что Республика Татарстан открыта для сотрудничества, для реализации совместных проектов как на Российской Федерации, на площадке Татарстана, так и мы с большим желанием готовы работать на территории ваших стран. Банковские структуры мы хотели бы видеть. У нас есть вопрос с международными валютными платежами сегодня. Это напрямую влияет на бизнес. Хотелось бы, конечно, тоже, чтобы вот по исламским финансам мы это сотрудничество укрепляли. We were invited. Нас приглашают на этот форум уже третий год подряд. Мы очень рады принимать здесь участие. Хотим развивать сотрудничество с Россией и Татарстаном в экономике и других сферах. Национальный лидер туркменского народа, председатель халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл сегодня в Татарстан для участия в Казан-форум. Его самолет приземлился в международном аэропорту Казань. Утро по гостям встретил Рустам Миниханов. Их официальная встреча прошла в Казанском Кремле. Райс Республики подчеркнул, расширение взаимодействия с мусульманскими странами – одно из приоритетных направлений российской внешней политики. В этой связи группа «Россия. Исламский мир» выступает объединяющей международной общественной платформой. Это подчеркнул и Гурбангулы Бердымухамедов. Он поблагодарил Рустама Миниханова за теплый прием туркменской делегации и выразил благодарность за возможность участвовать в форуме. В рамках Казань-форума проходит форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Приехали более 50 участников из 20 стран от Индонезии до Уганды. С ними сегодня встретился Рустам Миниханов. Видеообращение делегатам адресовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, Казань-форум стал отличной площадкой для выстраивания международных отношений. В этом году главная тема молодежного форума – дипломатия нового многополярного мира. Она посвящена проблемам формирования новой архитектуры международных отношений. Рустам Миниханов пожелал участникам плодотворной работы и отметил, молодые дипломаты могут стать хорошими проводниками между Россией и зарубежными странами. Республика как опорный регион России, где ислам представлен как одна из ведущих религий, имеем такую возможность общаться с нашими коллегами, которые молодые, перспективные, будущие. Значит, большие начальники прибывают к нам, и мы с нетерпением ждем вашего карьерного роста. Я не шутя, это серьезно говорю, будущее за молодыми. Сам Казан-форум стартовал с крупнейшей выставки инвестиционных и инфраструктурных проектов «Раша Халяль Экспо». Это возможность стать частью большого мира «Халяль Лайфстайл», где встречаются производители и потребители. Свою халяль-индустрию представили 11 стран и 17 регионов России. Алия Хайрудинова заглянула на площадки гостей. На миг Казань-экспо затихает. Звучит лишь сура из Корана. С напевом ее произносит муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. С его благословения в седьмой раз открывают выставку «Раша Халяль Экспо». Максимальные мощности, которые возможны. 11 стран, 17 регионов России на площади 30 тысяч квадратных метров показывают свои достижения в области халяль. В 2023 году Россия стала одной из первых в мире неисламской страной, где появились свои государственные стандарты халяль. В ноябре российские сертификаты халяль уже признали в странах Персидского залива. Это упростило поставки продукции в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен. О достижениях последних трех лет в цифрах, которые измеряются миллиардами долларов, сегодня говорил Алексей Песошин. Исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Достаточно сказать, что товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества за последние три года вырос на 37% и составил более 156 миллиардов долларов. Казань и вообще Татарстан – комфортный регион для
представителей всех религий, и каждый человек может найти здесь то, что он пожелает. То есть православный, приехав в Татарстан, он найдет то, что ему нужно, найдет свои святыни, найдет интересные места, локации. И мусульманин тоже не почувствует себя обделенным. Есть и мечети, и халяльные кафе, халяльные садики. О значении международного события говорят представители исламских государств. Индустрия халяль давно вышла за пределы мусульманских стран. Сегодня мировой рынок халяль-продукции более 2 триллионов долларов. Только товарооборот России и Арабских Эмиратов в прошлом году составил более 11 миллиардов долларов. Уверен, данный форум будет способствовать дальнейшему укреплению наших деловых связей. Присутствие нашей делегации на данном мероприятии отражает заинтересованность Ливии во всестороннем укреплении делового сотрудничества, в разработке конкретных программ и проектов взаимодействия. Нет сомнений, что у России есть все возможности стать важным игроком на рынке. Самый яркий, большой и самобытный павильон Туркменистана. За год их халяль-рынок пополнился новой продукцией. Это изделия из индейки и страуса. Уже налажены поставки в Татарстан, Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодар. Главная гордость – ковры. Их ткут из натурального сырья. Туркменские ковращицы делают это из различных видов растений и деревьев. В первую очередь для получения различных оттенков это деревья граната, урюка, тута и многих других растений, которые произрастают на территории Туркменистана. Одежда тоже может быть халяль. Здесь представлена коллекция из Сенегала. Местные жители обязательно надевают платье до пят и покрывают свою голову. Но они говорят, что африканские женщины любят быть самыми красивыми и самыми яркими, поэтому голову покрывают платком и завязывают его в такие причудливые формы. Мы, когда одеваемся, мы все понимаем, что мы всю традицию исламскую поддерживаем, ну, со своей как бы уникальной точкой. Большое внимание халяль-продуктам. Санкции закрыли пути поставок во многие страны, но самые востребованные остались. Альтернативу шипучке придумали в Малайзии. Она и полезнее, и без добавок, а главное халяль. Да, мы объявили бойкот коле и создали свою. Я, когда был маленьким, всегда добавлял в шипучку соль. Было вкусно. Здесь такая же технология. Главное, полезно. У нас есть сертификат халяль. Уверен, мы найдем здесь партнеров. Казань-форум – отличная площадка для бизнес-связей. Стенд нашей республики привлекает внимание многих. Он соткан из живых цветов. Рядом участники программ партнерского финансирования исламского банкинга. Татарстан, Чечня, Дагестан, Башкортостан почти год. Год участвуют в пилотном эксперименте. Мы в абсолютных лидерах, говорят специалисты. Мы лидеры однозначно. На сегодняшний день порядка, если не ошибаюсь, около 18 компаний. Из всех 22 или 24 это компании с Республики Татарстан. Сегодня в мире проживают почти 2 миллиарда мусульман. Халяль-индустрия развивается быстрыми темпами. Татарстан становится драйвером в укреплении экономических связей с исламским миром. Алия Хайрудинова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Сегодня на Казанфорум Алексей Песошин и генеральный директор компании «Новый сухопутный зерновой коридор» подписали соглашение о создании в республике сухопутного зернового хаба. Он появится недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина в Тукаевском районе. Его строит Алабуга. Высокотехнологичный комплекс будет способен пропустить через себя 8 миллионов тонн зерна в год. С нового хаба зерно будет отправляться на экспорт, целевые рынки поставок Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и ряд других. Обратно в этих же спецконтейнерах будут поступать товары народного потребления и компоненты для татарстанских предприятий. Фарид Мухаммедшин встретился сегодня с общественным и политическим деятелем Рамазаном Абдулатиповым. Он прибыл в республику для участия в Казанфорум и высоко оценил его организацию. Гость отметил, в стране реализуются проекты в области государственной и национальной политики для сохранения и укрепления традиционных российских ценностей. Рамазан Абдулатипов считает, Татарстан мог бы стать одной из площадок для реализации таких инициатив и обратился к Фариду Мухаммедшину с предложением обсудить такую возможность. Вопросы сохранения и развития национальных культур
культур, традиций и родных языков, Фарид Мухаметшин также обсудил с экс-председателем Государственного собрания Алтая Иваном Белековым. Регионы тесно взаимодействуют уже 20 лет с момента подписания первого соглашения. О сотрудничестве сегодня Фарид Мухаметшин говорил на встрече с председателем Минского областного совета депутатов Натальей Якубицкой. 10 лет Беларусь входит в число важнейших партнеров Татарстана. Крепнут и парламентские связи. Сегодня в Казани начал работу Международный форум торгово-промышленных палат. В этом году в нем принимают участие больше 300 делегатов. Это представители 40 регионов и 17 стран – Ирана, Арабских Эмиратов, Турции, Ливии и других. Форум станет площадкой для обмена лучшими практиками, налаживания связей с партнерами и путей развития бизнеса. Основные темы обсуждений – переработка отходов, экология, семейный бизнес и инвестиции. На открытии форума Фарид Мухаметшин отметил важную роль торгово-промышленных палат. Мы находимся среди такого большого актива руководителей торгово-промышленных палат, наших друзей, для того, чтобы и у вас услышать, от вас услышать какие-то новые подходы, какие-то интересные начинания, которые обязательно примем к исполнению себя в республике. Какими чертами должна обладать успешная женщина-политик? Как ей совместить семью и бизнес? В чем секреты красоты и счастливого материнства? Второй год подряд на площадке Казань-форума проходит трек «Женский взгляд». Известные успешные мусульманки со всего мира здесь обмениваются своим опытом. Сирина Васильева о прекрасной стороне форума. Гигантские полотна из живых роз, фотозоны с сухими цветами. Казань-форум в этом году поражает своей красотой. Но его главным украшением являются женщины, приехавшие сюда из разных уголков мира. Это настоящие эксперты в области культуры, здравоохранения, образования, политики и не только. Высокие каблуки, уверенный взгляд и крупный бизнес в руках. Женщины исламского мира удивляют. Форум в этом году объединил 1000 леди из 80 стран. Большинство в национальных костюмах, подчеркивает культурный код своего народа. Женские заседания отличаются от всех остальных особой, почти домашней атмосферы. Обилие цветов, мягкие диваны вместо стульев, теплые объятия. Какую роль женщина играет в политике? На первый вопрос повестки сессии отвечали известные руководители из России, Азербайджана, Ирана, Белоруссии, Турции. Пурнима Ананд приехала на форум из Индии. На ней традиционные сари. На лбу священный знак бинди. Женщины-политики отличаются умением сглаживать конфликтные ситуации, делится президент международного форума стран БРИКС. Женщины должны говорить о сохранении традиций. Лидерство не портит нашу роль. Мы эти темы поднимаем и на БРИКС. Нам важно, чтобы женщину слышали. Мы давно следим за Татарстаном. В этом ключе он выполняет огромную роль. Мир политики и семьи здесь находится в балансе. О своем тернистом политическом пути в Камеруне рассказала Мария Анжеля Эпсе-Нуанга. 12 лет она руководит Ассоциацией женщин Африки. Чтобы добиться результатов в политике, нужно быть вместе со своим народом, делится она. Я не могла смотреть на нищету в моей стране. Постоянно помогала жителям Афанлума. Покупала зерна для развития сельского хозяйства, проводила благотворительные дни. После этого люди стали мне доверять. Они выбрали меня мэром города. Я первая женщина в этой должности. За 12 лет количество женщин-депутатов в Турции увеличилось почти в 5 раз, рассказывает Лиман Янигон. Все потому, что мусульманки начали отстаивать свои права. Большую роль сыграла и поддержка президента. На примере своей страны заместитель министра по делам семьи и социальных служб Турции показала, как важна связь между государством и народом. Много было сделано для усиления роли женщины в политике. Сейчас основной упор мы делаем на социальную и общественную сферы. Это место, где мы можем раскрыть креативность. Наш основной посыл – женщина – основа не только семьи, но и общества. В Казань-экспо обсудили вопросы материнства, семьи, питания, моды, здравоохранения. Главное – новые знакомства. В России я третий раз, а вот в Татарстане впервые. Приятно удивлена, народ настолько приветливый, будто к родным приехала. Женщины в наше время успевают все – растить детей, следить за хозяйством, вести бизнес. Казань-форум помогает выявлять примеры для подражания. Международный трек «Женский взгляд» проходит в рамках Казань-форума второй год. Он уже доказал – здесь успешно решаются вопросы сложной социальной повестки. Сирина Васильева, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Новости республики станут доступны аудитории ведущих СМИ стран БРИКС.
Plus. На Казань-форуме подписано соглашение с республиканским агентством Татмедиа и ТВ-БРИКС. Это новейшая система информационного обмена, созданная в 2017 году по инициативе Владимира Путина. Сегодня стороны договорились информировать зарубежную аудиторию о достижениях республики в социально-экономической сфере. Айдар Салимгараев отметил, соглашение позволит использовать видеоматериалы с мировыми новостями в работе наших телекомпаний. Ближайший проект – это подготовка прямых трансляций с крупных мероприятий республики. Также подписали еще два соглашения о сотрудничестве в медиасфере. Соглашение позволяет расширить аудиторию, которая может распространять информацию о инициативах республики и о проектах, которые мы реализуем. И с другой стороны, это возможность воспользоваться ресурсами, которыми обладает ТВ-БРИКС. Мы готовы предоставлять видеоконтент, текстовые новости, подготовленные нашей редакцией, адаптированные нашей редакцией по источникам зарубежных СМИ из стран БРИКС. И в обратную сторону мы надеемся, что наше сотрудничество позволит продвигать российскую повестку и региональную повестку Татарстана в международном глобальном информационном пространстве. В выставке «Russia Halal Expo» принимает участие одна из крупнейших компаний республики АО «Таиф НК». Предприятие представляет свою продукцию и презентует производственные показатели. Подробнее в нашем материале. Компания «Таиф НК» является наиболее крупным предприятием в группе компании «Таиф». Заместитель генерального директора «Таиф НК» Артем Щербина знакомит премьер-министра Алексея Песошина и гостей Казань-форума со структурой компании, производственной деятельностью и показателями. Среди достижений – инновационное производство. «Таиф НК» есть что предложить партнерам. В составе трех крупных заводов – это нефтеперерабатывающий завод, который выпускает реактивное топливо, дизельное топливо, гранулированную серу, нафту, завод бензинов, который выпускает бензин 92-95, и КГПТО, это наше инновационное производство, перерабатывает гудрон и вакуумные газоли, тем самым улучшает процент нефтепереработки, выпускает нафту и дизельное топливо. За четверть века одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний России добилась широкой номенклатуры продукции, которая сегодня насчитывает свыше 50 наименований. Выпуск продукта высокого качества – приоритет для компании. Ведется и разработка новой продукции. Ищем новые направления по диверсификации нашей продуктовой корзины. Соответственно, думаем производить удобрения на основе серы. Это серный стабентонит. В данный момент продолжаем исследование в данном направлении. Также хотим делать продукцию для металлургической промышленности из коксопековой. В приоритете импортозамещение. Меняют программно-технический комплекс, переходят на отечественные системы. «Таиф НК» в основном обеспечивает нефтепродуктами внутренний рынок России, в том числе Татарстан. Экспортирует продукцию и в исламские страны. Это ближние зарубежья – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Также Турция, Арабские Эмираты и страны Африки. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Одну из площадок на международном Казань-форуме представляет банк «Аверс». Что предлагает компания, узнаем далее. Уважаемые гости, добрый день. Одними из первых, кто оценил площадку «Аверса», стали премьер Алексей Песошин и иностранные делегаты Казань-форума. Банк представляет на выставке свои инвестиционные и корпоративные продукты и услуги. Работа на финансовых рынках – один из приоритетных видов деятельности. И «Аверс» готов к новым международным контактам. Мы на этом форуме представительном в первый раз участвуем. Для нас это большая честь. Можно сказать, что участие нашего в этом форуме обусловлено в первую очередь большим запросом со стороны наших клиентов, потому что в настоящее время мы все видим некий поворот на восток. На стенде «Аверса» представители компании проводят рабочие встречи с презентациями. Здесь же можно ознакомиться с деятельностью банка, финансовыми показателями и достижениями. А также увидеть историческую фото и видеоретроспективу становления национальной банковской системы республики. В рамках деловой программы форума представители «Аверса» принимают участие в работе тематических сессий и круглых столов. На Казань-экспо состоится международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахмедзянова. Авторские блюда представят более 100 участников из 13 стран мира. России, Малайзии, Турции, Египта, Сенегала, Туниса, Алжира и не только. Угощения они будут готовить из традиционных для своих стран продуктов. Оценки молодым поварам будут ставить в 8 номинациях. Блюда смогут попробовать все желающие. Это станет особенностью турнира. По словам организаторов, помимо гран-при, финалисты получат колоссальные
колоссальный опыт и возможность стажироваться в лучших ресторанах мира. Я впервые в России, рад, что знакомство началось именно с Татарстана. Приятно удивлен уровнем мероприятия. Уже успел попробовать местные блюда в ресторанах. Очень понравился ваш способ использования специй приготовки. Мы же добавим в блюдо цветок имбиря. Это традиционная приправа в Малайзии. Мы специально для соревнований привезли из Туниса кускус. Постараемся приготовить его, сочетая с местными продуктами. Возможно, придумаем совместное блюдо с представителями Татарстана. Для поваров важно изучать кухню разных стран. Разговариваем со своими коллегами, обмениваемся опытом. Каждый презентует свое меню, рассказывает, чем мы вдохновлялись, как мы вдохновлялись. Мультикультурность, она очень важна для дружбы народов, для дружбы культур. Поэтому я считаю, что это не просто турнир, не просто форум, а очень такое важное и масштабное событие, за что спасибо большое организаторам. Мы продолжаем рубрику, посвященную году научно-технологического развития. Сегодня расскажем о татарском ученом и изобретателе, разработчике первых советских ЭВМ Башире Рамееве. Он отец знаменитых электронных машин «Стрела» и «Урал-1». Именно с них в стране началось развитие вычислительной техники. Вундеркинд с детства выходец из семьи известного золотопромышленника, талантливый ученый. Формальное отсутствие высшего образования не помешало ему стать главным инженером Пензенского НИИ и даже получить степень доктора технических наук без защиты диссертации. Как Башир Рамеев создал первую ЭВМ и о его вкладе в отечественную науку, расскажет Вероника Гайнутдинова. Ученый-изобретатель, отец отечественной ЭВМ не только Башир Рамеев родился в Оренбургской губернии. Учился в Москве, позже жил в Пензе. Там его именем названы улица и технопарк высоких технологий. 2 года назад на исторической родине в Казани новому IT-парку также присвоили имя Башира Рамеева. 76 лет назад, в 1948 году, Госкомитет министров СССР зарегистрировал первую электронную вычислительную машину. Изобретение принадлежит члену-корреспонденту Академии наук Исааку Бруку и молодому ученому Баширу Рамееву. Этот день считается зарождением ЭВМ, а 4 декабря – Днем информатики. Дед Башира Рамеева – известный золотопромышленник, классик татарской литературы Закир Рамеев. Поклонники поэзии знают его под именем Дердемент. Отец Башира Рамеева – Искандер, получил техническое образование в Европе, горный инженер. Поэтому неудивительно, что Башир Рамеев с детства рос вундеркиндом. Писать и считать умел уже в 4 года, а в 17 лет стал самым молодым членом Союза изобретателей СССР, создав радиоуправляемую модель бронепоезда для московского конкурса. В 1937 году поступил в Московский энергоинститут, но через год его отчислили после ареста отца. Искандера Рамеева объявили врагом народа. В 1944-м Башир смог устроиться в Центральный НИИ. Здесь он и его коллега создали первый в Советском Союзе прототип компьютера. Это была абстрактная ЭВМ, которая умела выполнять математические операции с двоичными числами. Однако после первого успеха работа приостановилась. Позже Башир Рамеев предоставил уже схему «Стрелы», той самой первой советской ЭВМ. Образец прошел государственные испытания и получил одобрение. Всего выпустили 7 таких машин, их разместили в ведущих советских научных центрах. За эту разработку Рамеева наградили государственной премией СССР. Он был одним из разработчиков компьютера «Стрела», который производился в Москве и только в Москве, и позднее ведущим разработчиком компьютеров «Урал». В Пензенском НИИ Рамеев разработал и внедрил целый ряд ЭВМ «Урал». Это решило задачи в области ракетной техники, аэродинамики и обороны. На ее базе создавался вычислительный центр космодрома «Байконур». У Башира Рамеева не получилось посетить Казань, но он всегда был на связи с нашими учеными. Со многими был знаком лично. Он имел тесные связи с нашими учеными, в частности, основателем, одним из основателей нашего института, ученого, великого ученого Раисгача Бухараева. Он в свое время даже приглашал его на работу в Москву. Принцип работы компьютеров, он примерно схож с тем же, что и было 70-80 лет назад, в то время, когда все придумал Башир Рамеев и его научный руководитель Брук.
в основе тот же принцип, те же алгоритмы, просто как бы скорость увеличилась, то есть транзисторы, они все уменьшаются, компьютеры все уменьшаются, но в основе всего этого один и тот же принцип двоичного кода. IT-парк имени Башира Рамиева сегодня центр притяжения молодых талантливых программистов. Здесь работает технопарк для самых маленьких. Отдельная большая зона для киберспорта. Свои офисы здесь имеют IT-компании. 2 года назад на открытие приезжал племянник Башира Рамиева. Мне оказана великая честь участвовать в знаковом событии открытия IT-парка. Названо в честь первооткрывателя, изобретателя, большого ученого, академика Башира Искандаровича Рамиева. В IT-парке год назад открылся и музей Башира Рамиева. Здесь можно познакомиться с его биографией, разработками. На этом планшете можно увидеть, как компьютер воспринимает слова. Например, вот ТНВ в двоичном коде. Это такая программа-переводчик в бинарные системы знаков. Еще один интересный экспонат – это электронная вычислительная машина «Урал». Только по макету можно оценить ее внушительные размеры. Деятельность Башира Рамиева в области информатики была настолько значима для отечественной науки, техники и обороны, что даже при неоконченном высшем образовании без защиты диссертации в 1962 году ему присудили степень доктора технических наук. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня сразу 6 пар одновременно узаконили свой союз в центре семьи Казан. Все они для одного из важнейших событий в жизни выбрали именно 15 мая, Международный день семьи. Максиму и Камиле помимо даты предстояло выбрать и город, где они будут создавать новую ячейку общества. Он из Казахстана, она из Узбекистана, но пожениться и жить решили в Казани. Среди новобрачных есть и наш коллега Иван Остроумов. Утром он отвел программу «Здравствуйте» и умчался на регистрацию. Избранницу зовут Ксения. Встречались они 10 лет. На вопрос, готовы ли прожить вместе всю жизнь, все молодожены дружно ответили «да», после чего получили свой первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бадрутдиновым. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, и сеансы в студии Динар Бадрутдинов. В Татарстане в ближайшие сутки температура, в том числе и ночью, ощутимо повысится. Осадков не обещают. Подробности после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в мае со скидкой 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафе-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Кукмаре и Высокой горе малооблачно, дожди не прогнозируют. Температура днем плюс 17-18, ночью плюс 7-9 градусов. В Буинске, Камском устье и Кайбицах ясно, без осадков. Температура днем от 16 до 18, ночью от 7 до 9 градусов тепла. В Чистополе, Аксубаево и Нурлате солнечно, дожди не обещают. Температура днем плюс 16-17, ночью от плюс 3 до плюс 8 градусов. В Агрызе, Актаныше и Нижнекамске малооблачно, осадков не ожидается. Днем 16-17 тепла, ночью от 5 до 8 тепла. В Альметьевске, Ознакаево и Бавлах температура днем 15-17 градусов. Ночью 3-4 градуса выше нуля. Здесь ясно и тоже без осадков. Продажи квартир в жилом комплексе «Новые горки» в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой «White Box» в окружении Горкинско-Амитьевского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнайте подробности по телефону 2-677-677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк Новые Горки» 2-677-677. Солнечную погоду без осадков обещают и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем 18, ночью 9 градусов тепла. Будет переменная облачность без осадков. В Болгаре днем плюс 16 градусов, ночью около 8 градусов выше нуля. Здесь будет солнечно, дождей не обещают. В Елабуге температура плюс 17 градусов днем, будет ясно, без осадков. Ночью 7 градусов тепла.
Банк «Аверс» оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками, недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость, только 20 мая в аптеках Фармлет санчи 20% скидка. Телефон для справок 8-92-72-36-71-75, сайт sanchi.rf. В столице Татарстана будет малооблачно, дождей не обещают. Температура около 18 градусов днем и около 10 градусов выше нуля ночью. Атмосферное давление выше нормы, 760 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, около 4 метров в секунду. Влажность воздуха 23%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде, берегите себя. Всего доброго. К энергозамышлобалсам!